Да что вы мне сказали? Я не могу. Дрибадан. Вчера были пьяные. Да. Дрибадан. Если пьяные, то кормишь. Да, дрибадан. Вот это в красном она меньше пьет. А в коричневом дрибадан. А сегодня она утром пришла, у меня лицо плечет. А вы сегодня... Перегаром там на гитаре. С утра уже кирилл. Вы сегодня вечером уезжаете сразу, да? Ну, полседьмого ужина. Они не приглашали пить, они сидели там уже с утра. Полседьмого ужина мы поедем. Не понял. Миша, я думал, это уже сторож пьет один. Нет, это они все пьяные. Вчера почему мы не стали им платить? Они уже по пьяным жили. Я снимаю на историческую пленку, а ты такие вещи выражаешь. Жопу пьяные. Хамство какое-то полнейшее, я просто не знаю. Да, действительно. Там голос противный, ты еще матом? Миша. Мешай мне там сам. Мими. Стоять! Мими. Стоять! Самое интересное. Настя, можно оказаться на русский? Можно купить? Спрашивай, сколько стоит сок? Да. Попить. Давай, шевелись. Сколько сок? 150 рублей. А попить-то можно? Нет. Вчера все продали. А все порции забрали? Все или ты что еще хочешь? А вы новую пленку зарядили, да? Thank you.
Открывай.